Всем привет! Сегодня у меня для вас новое видео с распаковкой моих посылочек. Ссылочки на все найдете в описании. Первая моя покупочка, с которой мне хочется начать. Здесь у меня свитер белый Дейн. Размер 42-46. One size. Заказывала на Валберес. Джемпер очень приятного качества. Мягкий. Я уже на самом деле его примеряла. Знаю, как он выглядит. Это Нади Бордо. Оверсайз. Он свободненький. Такой мягкий, приятный, на самом деле очень такой вот тактильно ощутимый, хороший. По ощущениям кажется, как будто это кашемир. Давайте посмотрим, какой состав. 53% эко-кашемир, 37% эластан, 10% лайкра. То, как нужно за ним ухаживать, да, на самом деле есть кашемир в составе, и это ощущается. По бокам свитер имеется вот такой красивый рисунок. Снизу свитер немножечко разделяется. Вот так, здесь покороче, сзади подлиннее. Манжеты в виде резинок. Сам рукав вот такой вот. И еще имеется воротничок. Размер у меня SL, как сказал, цвет белый. Когда оформляла заказ, обратила внимание на то, что у продавца было огромное количество различных расцветочек. На самом деле, долго металась и думала, какой мне цвет выбрать. Мне еще там понравился голубой и серый. Ну и давайте не буду голословной, сразу покажу то, как это выглядит на мне. Очень нравится, как он сидит. Комфортный, удобный, приятный, можно носить даже на голое тело, он не колется. По итогу я осталась в восторге от этого джемпера. Ну а как он выглядит со стороны, по вашему мнению, обязательно пишите в комментариях. Следующая моя покупочка. Здесь у меня шорты спортивные детские, футболка в подарок. Размер 48. Заказывала я это для своего братишки, и на нем же покажу, как это выглядит. Оформляла заказ на Валберес. У продавца было несколько размеров. Я выбрала тот, который подходил нам больше всего. Здесь шорты и футболка. Да, вы скажете, сейчас немножечко уже не сезон, но на самом деле брала для спортивных занятий в спортзале, и я думаю, отлично все это подойдет. Футболка вот такая вот, свободная, объемненькая, кстати, хлопковая и очень приятная. Здесь написано 16 лет, брала ее как на вырост, оверсайз, да, 100% хлопок. На самих шортах резинка прошитая. Очень широкая, она не тугая, но и не хлипкая, хорошая, как мне кажется. Размерчик здесь 48. К сожалению, не нашла я здесь состав, но ткань приятная, хочется ее трогать. На шортах имеются спереди карманы и также резиночки для того, чтобы можно было это затягивать. По бокам шорт вот такой вот рисунок в виде баскетболиста, наверное, или кого-то, человек держит мяч. Шорты прямые, свободные, я думаю, хорошо будут смотреться в деле. Таким образом, они сидят на теле. Я считаю, выглядит это все очень хорошо. Хорошо, мне нравится, как смотрится. Выбирала я его на рост 164. Думаю, с размером я не прогадала. В целом, мне очень нравится. Ну, а что вы думаете по данному поводу, напишите в комментариях. Следующая моя посылочка неоднозначная. Тоже заказывала я ее на Валберес. Здесь у меня должны быть благовония для медитации. Если вы меня смотрите давно, то вы в курсе, что я занимаюсь йогой. Для занятий йогой я брала себе вот такой вот полынь для окуривания. Скрутка оберег. Состав полынь. Ручная работа. Я планирую во время занятий йогой или до этого использовать. Спасибо за покупку. Будем благодарны за отзыв. Ой, как красиво и приятно. Хорошо все запаковано. Вот так вот все это приехало. Здесь тоже ручная работа. В комплекте также свечка и инструкция по окуриванию помещения, скрутка из полыни. Положительной энергии вам и вашему дому. Если интересно, можете поставить на паузу и ознакомиться более подробно. Здесь все хорошо написано, что как нужно делать. И вот сама полынь тоже хорошо запечатана. Лежит она в отдельном пакете, чтобы не выдыхалось. Какой у нее прям активный, хороший аромат. Свежая, вкусно пахнет. Большое количество здесь семечек. И в целом мне нравится, как это смотрится. Я думаю, даже если с помощью нее ничего не окуривать, а просто положить куда-то, уже будет хороший аромат. Я вообще люблю аромат полыни, на самом деле. Может быть, он не всем нравится, но есть в этом что-то такое особенное и интересное. Мне нравится этот аромат, поэтому я его и заказала. Осталась довольна своей покупочкой. Если у вас остались дополнительные вопросы, обязательно задавайте в комментариях, расскажу более подробно. Следующая моя покупочка — это мини-принтер фотоаппарат. Фотоаппарат моментальной печати, цвет голубой. Я уже заказывала подобный розового цвета. И так как у меня детей двое, они постоянно дерутся за этот фотоаппарат. Вика кричит, что это мое, так как это розовый. Артур говорит, что это нам на двоих. Мне так надоело все это слушать. Я решила еще один заказать, чтобы дети не делили и у каждого было свое. Потому что вещь классная, они ею пользуются постоянно. Одна из самых любимых игрушек у них, можно сказать, за последнее время. В комплекте имеется инструкция по применению, но, скажу по своему опыту, даже без инструкции легко разобраться. Все очень подробненько и работает хорошо. Также имеются фломастеры разноцветные, веревочка для того, чтобы можно было подвешивать на шею. Также это все можно отстегнуть и носить без этой веревочки, если вдруг захочется, чтобы вас фоткали со стороны, допустим. Кабель для зарядки и бумага в комплекте для того, чтобы можно было сменить. Не нужно было бежать в магазин
клеен за бумагой после первого же использования. Экран заклеен пленочкой. Включается он при помощи вот этой кнопки. Также фотографирует. Отверстие для зарядки фотопринтера. Имеется еще место для флешки. Флешка, кстати, сразу стоит здесь в комплекте. Это очень круто. И чтобы у вас не было вопросов, как менять бумагу, просто выдвигаем сюда. Тут, в принципе, стрелочками все нарисовано. Раскрываем. И вот, пожалуйста, бумага сюда подается. Сейчас она была склеена, я ее достала отсюда и просто сюда помещаю, как бы вытаскиваю чуть-чуть наружу, помещаю, закрываю и далее включаю. Надеюсь, он заряженный. Да, он пришел заряженный. Далее, следующее, что нужно, можно выбрать фото, если у нас уже имеется, можно сфотографировать. Допустим, у нас фото нет, мы будем просто фотографировать, нажимая кнопку и нажимая печать. И вот все, что он сейчас сфоткал, сразу распечатает. Можно просто сфотографировать, и печать не пойдет. Фотография просто сохранится. А вот видите, можно сразу и печатать, и фотографировать. Как вы видите, все легко и просто. Пользоваться одно удовольствие. Также можно создавать открыточки, да и вообще все, что захочется, менять цвет. Также можно просматривать видео, музыку, если у вас все это есть на флешке. Просматривать те файлы, которые вы уже наснимали. И также можно играть в игры. Они тоже здесь встроены. Их немного, но в принципе, этого вполне достаточно для того, чтобы ребенок на время отвлекся. Ну и, конечно же, настройка. Можно настроить под себя. Язык, принтер. Давайте, допустим, язык поменяем. Вот русский. Поменяли язык, камера, видео, музыка, фото, игры и так далее. В целом, очень классная вещь. Если вы ищете что-то на подарок или чем отвлечь своего ребенка, если ребенок, допустим, вас любит фотографировать, и вы не хотите покупать ему дорогую камеру, то это самый отличный вариант. У меня дети долгое время бегали с обычным мини-принтером, но когда я увидела, что есть фото-мини-принтер, заказала один, и теперь, видите, заказываю второй. Замечательная вещь, от души рекомендую. Если у вас еще нет такого, обязательно заказывайте. Уверена, вашим детям, внукам, вообще любому ребенку, да и что там ребенку, даже взрослому, это зайдет на 200%. Лично мне тоже это пригождается. Например, я увижу какой-то рецепт, могу сфотографировать и тут же себе распечатать и все это вклеить в книгу рецептов. Также не обязательно на обычной бумаге все это распечатать. Можно сюда ставить бумагу на клеевой основе, цветную бумагу специальную, которая продается для мини-принтеров. Фантазии ваши безграничны, и можно сделать больше, чем я рассказала. От души рекомендую, заказывайте, не прогадайте. Следующая моя покупочка — это набор цветных карандашей, 60 цветов. Да, я себе такой набор уже заказывала на Wildberries. Это заказала себе повторно, так как тот, который заказала я себе до этого, у меня забрал Артур и пользуется им теперь в школе. Замечательный набор. Карандаши мягкие, яркие, не сыпятся, не крошатся. Палитра цветов радует, а цена так вообще сказка. Такой набор мне обошелся чуть больше 500 рублей. На самом деле это очень выгодно. В упаковке 5 различных цветных карандашей. Это классические, металлические, неоновые, пастельные и цвет кожи. Как бы такие скин, натуральные. Собственно, они здесь представлены и внутри все точно так же. Они треугольные, приходят хорошо наточенные. Пользуемся ими с удовольствием, поэтому заказ за второй раз тоже нравится. Если вам нужен хороший бюджетный набор цветных карандашей, это именно то, что нужно, я считаю. Отлично подойдет как для занятий в школе, так и для раскрашивания. Лично я беру себе для раскрасок, а вот ребенок у меня использует для того, чтобы в школе им пользоваться, рисовать и красить. Отличные карандаши, рекомендую. Следующая моя покупочка, заказывала я ее на Алиэкспресс. Здесь у меня находился датчик для отслеживания, так как ребенок у меня пошел в первый класс. Конечно же, он в будущем начнет сам ходить, и вот чтобы я смогла отслеживать, где он находится, я купила вот такой вот датчик. Не знаю, как он работает, я еще не разбиралась, буду разбирать позже, но вообще вроде как все легко и просто настраивается. Здесь кнопка включения, выключения. Обычно эту штуку используют на ключи в качестве брелочка, но я думаю, буду использовать для ребенка в качестве вот отслеживания. И я думаю, все будет хорошо работать. Также в комплекте есть инструкция по применению, с помощью которой нужно будет узнать, как все это настраивать. В целом, я думаю, все это делается легко. У продавца было два варианта, черного и белого цвета. Я взяла белый. Все приехало быстро, хорошо запакованным. Но если у вас останутся вопросы, как это работает, спрашивайте в комментариях, расскажу более подробно. Предпоследняя моя покупочка – это листы для экспресс-стирки цветных тканей. Покупала я эти листы в магазине «Фамилия» вроде. Не совсем помню, вроде там. И очень они мне понравились. Хорошо стирают, быстрая стирка, растворение за 10 секунд. Очень приятный аромат.
аромат белья после стирки. На 20 применений хватает. Все это вот так вот в подложке. Цена была у них бюджетная. Я, на самом деле, сомневалась, стоит ли брать вообще или нет, потому что слишком дешево, как-то мне казалось, для такого количества листов. В целом, мне понравилось, как это работает. Не знаю, найду ли я это на маркетплейсах. Если найду, обязательно ссылочку на них оставлю. Ну, а если не найду, то прошу, сильно меня не ругайте. Если увидите в магазинах, можете брать, рекомендую. Ну и последняя моя посылочка на сегодня. Здесь у меня рюкзак. Заказывала я его на смену, так как подумала, он будет удобен. И на случай, если предыдущий рюкзак у нас придет негодность или намарается, чтобы у него всегда была замена. Цена у данного рюкзака была чуть больше 2000 рублей. Вот, как вы видите, все пришло вот так вот запаковано, запечатано, красиво. Здесь огромное количество карманов на липучке, также все это на замочке. Ткань приятная, плотная, хорошая. Здесь какие-то подкладки еще есть уплотнительные. Также сверху здесь карман. Вот такой вот еще один кармашек. Если сравнивать с его рюкзаком, которым он пользуется на данный момент, здесь карманов, мне кажется, чуть-чуть побольше. Хотя там тоже 3 кармана, но передний карман просто цельный. А здесь на 2 разделили. Самый большой отсек выглядит так. Здесь резиночка, большой карман. Тоже все хорошо. Сбоку имеются кармашки для того, чтобы можно было поставить бутылочку или что-то, если вдруг появится необходимость. Самое главное, здесь ортопедическая спинка, посмотрите, вот такая вот, которая позволит сохранить здоровье ребенка максимально надолго. И имеется вот такая вот штука, чтобы защелкивать и лямки не разъезжали. В целом классный рюкзак, мне понравился, хорошо сделан. Ручка здесь тоже плотная, мягкая. Снизу имеются ножки. Будем пользоваться с удовольствием. Если ищете подобный, рекомендую. А на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ссылочки на все найдете в описании. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока.